Ты знаешь, я думаю, тебе стоит отстать от Елены. Что, прости? Что бы между вами ни было, я думаю, это плохая идея. Я думаю, это не твое дело, Рик. Это мое дело. Я лишь думаю, что тебе стоит от нее отстать. Когда это ты научилась готовить? Дэймон немного помог. Дэймон теперь помогает тебе готовить? Хватит осуждать. Как твой друг, который о тебе беспокоится? Что происходит между тобой и Дэймоном? Ничего. Да, но это же все-таки Дэймон. Почему мы вообще об этом говорим? Так что спрошу прямо. Неважно, что он делает, ты что-то чувствуешь к нему. Это неправда. Боже, да просто признай это, Елена. Он тебе нравится. Несмотря на все его недостатки. Нет. Нет, он тебе не нравится или нет, ты этого не признаешь. Я не могу, Кэролайн. Если я признаю это, если я даже подумаю об этом на секунду, кем я после этого буду?